Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazine проведу видеообзор коробки от японской компании Ringstar, модель Dreammaster 1630. Данная коробка достаточно небольшая, имеет она следующие наружные габариты. Длина ее составляет 16,5 см, ширина 9,5 см и высота 3 сантиметра. Коробка очень эргономичная, удобно лежит в руках. Обратите внимание, что все углы сглажены. Сбоку коробочки присутствует вот такое вот ушко, чтобы, соответственно, можно было крепить данную коробку, к примеру, к карабину. Ну и обратите внимание, на обратной стороне коробки имеются вот такие вот ножки крестообразной и округлой формы. Сделано это не просто так, а для того, чтобы, к примеру, если вы покладете данную коробку на какую-то поверхность, она у вас не скользила. Ну или скользила, но, соответственно, в минимальных пределах. Обратите внимание, что производится коробка в Японии. При этом сразу отмечу, что цена у ней очень доступная. Данная коробка весит всего лишь 82 грамма, имеет простой вот такой вот замок запирания, который можно легко открыть-закрыть одной рукой. Ну и, соответственно, давайте посмотрим, какое внутреннее убранство у данной коробки. Ну вот, она достаточно просто выглядит внутри. Имеются 4 поперечные перегородки, которые, соответственно, разделяют коробку на 5 отсеков. Ну и габариты каждого отсека следующие. Длина 84 мм, ширина 30 мм и высота 26 мм. То есть там приманки длиной до 24 мм отлично помещаются в данную коробку. Ну, наряду с различными приманками, это могут быть силиконовые приманки, воблеры, балансиры, блесны. В данную коробку также можно помещать различные груза, ну и тому подобное, что, соответственно, придет вам в голову. Коробка сделана из прочного пластика, прозрачного такого вот пластика. Повторюсь, коробка имеет очень доступную цену, великолепное качество изготовления. Приобрести коробку Ringstar Dreammaster 1630 можно в интернет-магазине F-Magazine. Ссылку оставлю внизу под видео. Также по промокоду РЕКА вы можете получить скидку до 20% на более чем 100 брендов, присутствующих в ассортименте интернет-магазина F-Magazine. Пользуйтесь. На этом все. Подписывайтесь на канал. Если видео понравилось, то ставьте палец вверх. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!